Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами таким проектом. Халявный проект, друзья. Центус. Нам при регистрации дают бонус $100. Если видео затянется, заранее прошу прощения. Я все делаю в реальном времени, в режиме онлайн. И буду ставить периодически видео на паузу. Значит, потому как я потом вам повторить это все не смогу показать. Значит, регистрация через соцсеть или через Facebook или через Google аккаунт. Нажимаете на вкладочку на любую и заходите в кабинет. Далее. Так, сейчас я перейду. Попадаем вот сюда в кабинет. Значит, мы... И вот я уже зарегистрирована, как бы попала в кабинет. И у меня на балансе $100, как мы видим, да? Чтобы активировать эти $100, нам шли начисления. Нам нужно зарегистрироваться, друзья, на бирже. Значит, нажимаем сюда «Центус». Возвращаемся на главную страничку и идем в самый низ. Опускаемся. И здесь вот, где можно купить и продать вот эту криптомонету Центус. Нажимаем вот сюда на биржу. Вы можете выбрать любую биржу. Так, и что нам? Надо нам зарегистрироваться. Так, где у нас здесь регистрация? Этот цвет темно-синий. Так, сейчас будем разбираться. Значит, я нажала вот на такой вот значок, меня перебросило на страничку. Ищем язык русский. Поставили. Вы же себе какой вам надо. Далее. Темный светлый фон выбираем. Так, сейчас рекламку закрою. Темный, светлый. Выбирайте, какой хотите. Так. Далее. Далее. Добро пожаловать. Вот. Это биржа. Так, ну-ка, если назад. Сюда есть. Ага, это обратно перебросило. Идем далее. Сюда. Опять далее. Безопасный кошелек. Все одобренный. Так, далее. Опять нажимаем на стрелочку. Нас перебрасывает на следующую. Это я ставлю на паузу, потому как нужно будет сохранить секретные фразы, появятся. И чтобы я их скопировала и сохранила, чтобы они не светились. Опять нажимаем на стрелочку, друзья. Нажимали все на стрелочки. Потом у нас перебрасывают вот на такую вот страничку. Введите аккаунт. Сейчас поставлю опять на паузу. Вводим сюда пароль. Повторяем пароль. Нажимаем «Я прочитал» галочку и нажимаем «Логин». Я ввела пароль, нажала «Логин». И нам здесь что нужно? Сгенерировать случайный кошелек, создать клиентский кошелек. Я вот нажму сюда «Сгенерировать случайный кошелек» на красную вкладочку. И там будет, друзья, секретная фраза, которую нужно будет сохранить в обязательном порядке. Я поставлю на паузу, нажму и скопирую и сохраню, чтобы он не светил. Я сохранила секретный ключ, поставила 3 галочки и попала в кабинет, как бы на биржу. Теперь нам нужно, друзья, активировать эту биржу. Активация нужно для того, чтобы нам сюда начислялись наши монеты. Мы могли
сделать вывод вот на эту биржу. Это и биржа, и кошелек. Нам нужно пополнить или XLM, Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum. Ну, вот любая криптовалюта. Можно с биржи, можно просто с кошелька. Хотя бы на 15-20 центов. Много сюда не надо, ну, чтобы чуть-чуть было. Значит, я перейду вот сюда. И я хочу сделать что, друзья? У меня вся криптовалюта на Coinbase. Но можно попробовать другим способом. Значит, я на главной страничке. У меня нет. Я вот сюда. Значит, смотрите, получить центус. Так. И что здесь? Так. Здесь можно перевести с различной вот с PR кошелька даже. Вот видите, можно. Вот я и хочу. Здесь есть Coinbase. Как бы мне его активировать? Так. Так. Сейчас я поставлю на паузу. Немножко разберу. Я попробую с Pyra. Вот Pair USD на Stellar обменять. Я отдаю $1, тогда что делать? Обменный курс $1 равен 6XLM. Вот. Здесь я меньше не переведу. А подождите, можно. Видите, здесь последние обмены. А чего я тогда? 0,4, ну да. Зачем я тогда буду много так менять, если тут 0. Пусть 50 центов. Три монетки. Вот я попробую. Я вот на всякий случай вот здесь скопировала адрес. И нажимаю обмен. Да, в настоящее время Centus производится только Centus Exchange без ограничений по сумме. Ну вот у меня Pair. Нажимаю обмен. Ваш email ввести нужно. Так, ваш адрес Stellar. Я скопировала там. Сейчас поставлю я английский. Ввожу адрес. И сюда адрес. Сейчас еще разок скопирую. Введу ваш Stellar адрес. Надеюсь, правильно. И начать обмен. Так. Ну, 50 центов. Будет у меня 3XLM. Так, комиссии 0, оплата 0,50, подтвердить заказ. Угу. Ну, вроде как все. Перебрасывает меня на платежную систему Pair. Выбираю USD, подтверждаю. Далее продолжу. Так, в пединге, друзья. Вот пединг. Я не знаю, как долго пойдет такая транзакция. Значит, я возвращаюсь сюда. Давайте я перезагружу страничку на всякий случай. Вот XLM у меня должно как бы... Сейчас страничка перезагрузится. Посмотрим. Ага, видите пароль. Сейчас я введу пароль и опять... Теперь нам нужно, пока монетки идут, ладно, будем ждать, нажимаем «Добавить токен», друзья. Нам нужно добавить вот этот центус. Нажимаем «Добавить центус». Сейчас на вкладочку. Так, мои активы. Все, так. Как же это добавить тут? Так, подождите.
Чтобы добавить центус, вот сюда неподтвержденные, нажимаем на галочку и сюда вставляем название центус. Центус ввели, так. Вот сюда дали результаты центус. И что? Так. Нажали. Далее вот на синюю вкладочку Trust Active. Сюда вводим пароль, который мы указывали при регистрации. Нажимаем подтвердить. Так. Все у нас добавлен. Далее мы по нулям пока все у нас. Монетки мои, кстати, пришлю. Тут на, видно, да? Мои XLM. Нажимаем на крестик. Вот они. Смотрите. Видите то, что я переводила? И у меня 0.18 XLM. Я активировала кошелек. Далее мы опять будем добавлять токен. Так. Теперь мы будем добавлять бонус. Нажимаю. Вот у меня здесь стоит уже галочка. Далее нажимаем бонус. Опять сюда Trust Active. Опять сюда пароль. Подтверждаем. Так. Все вроде. Ага. Все добавилось. Вот видите, центус, бонус. И я еще сразу добавлю вот эту монетку. Эту монетку можете не добавлять. Ну, я на всякий случай добавлю, чтобы было. Эта монетка, она нужна, чтобы, если кто захочет дальше работать, делать депозиты, она к делу как бы не относится. Все. Я все добавила. Далее, что мы делаем, друзья? Все у меня добавлено. Кошелек я активировала. Всего 18 центов. Как бы, да? Вот. Здесь как бы транзакции эти. И теперь я что? Я опять копирую вот этот публичный ключ. Это не адрес кошелька. Возвращаюсь в Centus. Так, это не сюда. Это мне уже не надо. Ее можно закрыть. Возвращаюсь вверх. Так. Сейчас я рекламу закрою. Сюда на три точечки. Нажимаю профиль. Сейчас меня перебросят опять в кабинет ко мне сюда. Так. И вот мой кабинет, да, вот мои $100. Далее я иду что? Так, профиль, друзья. Здесь мы вводим пароль, повтор пароля. Сюда мы вводим Telegram, Skype, что у вас есть, мессенджер какой. Вот у меня здесь уже Елена Смирнова стоит по умолчанию, почта по умолчанию. Сюда мы вводим вот этот адрес, который мы скопировали на бирже. Вставляю этот адрес. Вот он. Вот сюда нажимаете и копируете. Далее, давайте я здесь сейчас все заполню и продолжу. Я все заполнила. Обязательно прописать адрес кошелька, куда нам будут выводиться деньги. И на синюю вкладочку. Чтобы это все сохранилось. Все, ваш профиль как бы сохранен. Все, друзья. Адрес кошелька как бы у меня прописан. Все условия участия в проекте принято. Подписка на новости принята. Все.
Так, теперь давайте, друзья, пройдемся по вкладочкам, значит. Партнерка. Тут уже все быстренько. Находится наша реферальная ссылочка, с которой мы будем приглашать. Кто умеет приглашать, друзья? Значит, помимо того, что нам дают бонус $100 за каждого приглашенного. Так, русский язык стоит у меня. Русский все равно. И нам здесь дают еще за каждого приглашенного $50. Здесь кошелек. Вот мои $100. Invite бонус. Так, секундочку. Значит, смотрите, как работает программа приглашений. Так, каждый друг, которого вы пригласите в Census, получит бонус в размере $100 США, который он сможет использовать для получения 4 начислений бонусного синь-оража. Сумма бонусного составляет 1% от суммы бонуса или $1 США за одно начисление. Всего $4. Мы эти $4 можем вывести потом на биржу. Вот где мы регистрировались. После получения всех бонусов списывается с вашего аккаунта. Мы также наградим вас за приглашение друзей. 50 USD бонус за партнеров, которые пригласили вы сами. $10 за партнеров, которые пригласили ваши партнеры первой линии. $2 бонуса за партнеров, которые пригласили ваши партнеры второй линии. $1 бонус за партнеров, которых пригласили ваши партнеры третьей линии. Вот смотрите, видите, тут такая вот партнерская программа. Значит, 1 USD бонус равен 100 центус. Вот это монета центус, да? Равен 1 USD или выше, в зависимости от активности вашей партнерской сети. Ну и здесь далее это все уже сами, друзья, прочитайте. Видео затянулось. Далее. Так. Invite бонус. Это я вам показала. USD кредит нам не надо. Тут прочтете. Если уже захотите сами, биржа также можно. Сейчас посмотрим. Сейчас страничка загрузится. Вот видите, у меня Facebook привязан. И вот это вот биржа, где вот я регистрировалась. Также мы можем ввести пароль и зайти прямо из кабинета. И вывод. Самое важное, друзья. Вывод здесь от $1. Получили начисление $1. Ставим на вывод. Значит, доступно у меня в данный момент 0, так как что, так, потому что уже язык заплетается. Я все делаю в режиме онлайн. Сюда прописываю, вот здесь будет, что у нас есть на в кабинете, сколько у нас начислений. Сюда прописываем сумму и нажимаем вывод. И наши денежки пойдут вот сюда на биржу. Далее, здесь что мы можем потом делать с этими деньгами, скажете вы. Нам начислить сюда, да, денежку. Она же перейдет вот на биржу, на эту. Обмен. Не сюда. Торговля. Опять не сюда. Так, обмен домой. Настройки, кошельки. Опять не туда. Где у нас биржа? Торговля. Вот торговля. Смотрите, мы эту монетку можем менять потом. Значит, этот центус мы можем менять или на USD, на биткоин, XLM. Смотрите, на биткоин. Биткоин кэш. И здесь вот разная криптовалюта XLM. Видите? Производить обмен. Вот. Ну, там уже будем разбираться. Вот.
Хотите принять участие в такой халяве? Пожалуйста, добро пожаловать. Не хотите, друзья, пройдите мимо. Вот. Я лишь поделилась с вами информацией, а там уже, как говорится, дело хозяйское. На этом буду заканчивать. Видео затянулось, конечно, но по-другому, как мы видим, нельзя. До новых встреч!